Спичечный коробок и два бумажных свертка, спрятанные в багажнике мопеда. Такой трофей обнаружили полицейские в Красногвардейском районе. А его временному обладателю грозит 10 лет тюрьмы за незаконную перевозку, хранение и изготовление наркотических веществ. Сразу задаем вопрос. Запрещенные вещества есть какие-то в мопеде? Есть. Что именно? Показывайте. Только руками не трогайте, показывайте просто. Спичечный коробок и два свертка. Что в них внутри? Конопля. Марихуана общей массой 8 граммов мужчина, по его словам, приобрел для собственного употребления. И, как заподозрили правоохранители, уже успел попробовать купленное. Полицейские остановили 45-летнего жителя села Восход в Красногвардейском районе, отреагировав на своеобразный стиль вождения. Позже их смутила и неуверенная манера общения водителя. Экспертиза, проведенная в лаборатории, подтвердила догадку сотрудников МВД. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения — подписка о невыезде.